Зрителям, подписчикам привет! Сегодня у нас будет монтаж теплицы «Легенда», но прежде чем его делать, я имею в виду монтаж, будем мы разбирать теплицу арочную. Теплица арочная на бетонном фундаменте, вот надо ее разобрать, вместо нее построить «Легенду». Всю старую теплицу мы разобрали, сейчас готовим основание, чистим его от льда, от пыли, от грязи. Бетон местами полопался, конечно, но я думаю, это нам нисколько не помешает. Все, сейчас готовим основание и начинаем строить новую теплицу. Теплица у нас готов. Все выставили, зафиксировали к основанию. Сейчас прикручиваем отливы. С одной стороны прикрутили, крутим вторую сторону. Параллельно обшиваем стену. Монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу «Легенда». Ширина 3, длиной 6 метров. Идем смотреть. Цельная дверь с одного торца. Форточка торцевая с другой стороны. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетоне, закреплено с помощью анкеров. Также сделан отлив. В теплице у нас есть форточный блок на термоприводах. Есть система подвески. Две нитки на каждую сторону. Есть диагональные усилители. Есть поликарбонат 4 мм. Плотность 0,8. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая вот отличная легенда у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем.